Привет, мой дорогой друг. Сегодня я расскажу тебе страшную историю про то, как мужик пошел в лес и не вернулся. Как-то раз, одним прекрасным утром, один мужичок отправился в лес за елочкой. Он ходил по лесу, высматривая самую красивую елочку и совсем позабыв, что отдаляется от выхода из леса. Прошло уже немало времени, и мужичок решил немного отдохнуть. Присев на пенек, осмотревшись вокруг, он понял, как далеко он зашел вглубь леса. В его глазах пробежал небольшой страх. В лесу было так тихо, что можно было услышать, как рядом с ним пролетала снежинка. Он немного посидел, махнув рукой, и сказал: «Я слишком далеко зашел, чтобы все бросить». Сидя на пеньке, он смотрел вдаль, и вот оно! Он увидел прекрасную елочку. Но было одно но. Елочка была совсем большой, но ее макушка была настолько прекрасна, что мужичок не устоял и решил ее срубить. Он начал махать топориком. Щепки летели. Треск был такой, что слышал весь лес. И вот все, почти все. Мужик надавил на елочку. Она стала падать. Но вдруг подул ветер, и елочка стала падать на мужика. Елка упала, и настала полная тишина. Елка упала на мужика, подумаете вы. Нет, она упала рядом с ним. Но дело в том, что пока она падала, мужика сожрали волки, ибо нехер рубить так громко. Ну что, ребятушки, обосратушки, ждите новых видео. Подписывайтесь.